Сегодня в прямом эфире обсудим пожароопасный сезон и противопаводковые меры. Особо охраняемые природные территории, защиту елей в преддверии Нового года. А гость студии Роман Коврыга, исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. В студии с вами, как обычно, ведущая Марина Мацарская. Роман Анатольевич, добрый день. Рада вас Добрый день, Марина. Добрый день, студии. уважаемые телезрители. Итак, первый вопрос. Ну, мы подводим. Вводим итоги года 21 -го, как и собственно все министерства в нашей студии к концу года начнем нашу беседу с самой жаркой темы это лесной огонь как прошел пожароопасный сезон расскажите пожалуйста. Ну, пожароопасный сезон прошел без зарегистрированных лесных пожаров на территории нашего края. Хочу сказать, что ежегодно с учетом повышения температуры, с учетом рекреационной нагрузки мы весенний, летний, осенний период на территории края вводится пожароопасный сезон. И, соответственно, все службы министерства, а также органы местного самоуправления во взаимодействии принимают активное участие для того, чтобы не допустить распространения пожара, в том числе, самое главное, на земле лесного фонда. Хочу отметить, что в текущем году значит, у нас было зафиксировано порядка 858 термоточек на территории края. В целом пожар был зарегистрирован на землях, прилегающих к лесному фонду на площади около 9 тысяч гектар. В отличие от аналогичного периода прошлого года, конечно, в несколько раз сократилось как количество зарегистрированных термоточек, так и площадь пожаров ландшафтных. Каждая, значит, скажем так, горячая точка, она отслеживалась региональной диспетчерской службой министерства. Соответственно, эта информация уходила в наши подведомственные учреждения для проведения проверки на местах ну и уже при необходимости если возникала сложная ситуация угрозы возникновения пожара значит, соответственно мы сообщали в цуг с мчс для того чтобы уже вместе с органами местного самоуправления вместе с нашими мчс службами отрабатывать эти уже нештатные ситуации в ходе пожаропасного сезона мы в рамках предупреждения мы провели около 400 проверок, выявили 29 нарушений пожарного периода, ну и, соответственно, были наложены штрафные санкции на виновных. Угу. Скажите, а с чем именно обычно нарушения чаще всего связаны? Ну, эти нарушения обычно связаны с несоблюдением, скажем так, тех мер противопожарной безопасности в этот определенный срок. Недобросовестные сельхозтоваропроизводители проводят пал стерни для того, чтобы подготовить кормовую базу для своих сельхозживотных. Ну и, соответственно, при скажем так, определенных условиях, когда ветер, жара, значит, пожар очень интенсивно распространяется, и есть возникновение угрозы перекидывания его на лесной массив, ну и тогда уже, соответственно, все службы, которые работают, должны значит, принимать необходимые противопожарные меры. Ну, самая главная, конечно, задача, которая в этот период, как перед Министерством, так и перед органами местного самоуправления, стоит высокоэффективная работа по предупреждению и недопущению этих пожаров. Спасибо большое за уточнение. Еще одна всегда актуальная тема, конечно, противопаводковая. Ваше министерство ведет активную работу в этом направлении, ну, в том числе по реализации комплекса целого комплекса противопаводковых мер. Пожалуйста, поделитесь результатами, потому что еще памяти нам 2017 год, Ковминводы и все, что происходило. Да, спасибо, Марина. Значит, за вопрос. Да, итоги 2017 года, они в целом легли, как вы уже сказали, в комплексный план противопаводковых мероприятий. И значит, с учетом действующей государственной программы охраны окружающей среды, ее подпрограммы развития водохозяйственного комплекса, в текущем году были предусмотрены финансовые средства в размере 482 миллионов рублей, которые в целом были направлены на комплекс мера. Это три направления. Это берегоукрепление, это расчистка русел рек и ремонт гидротехнических сооружений. По первому направлению берегоукрепления у нас в целом в работе было пять объектов. Проведены берегоукрепительные работы на протяженностью общей 10 километров в таких населенных пунктах значит, как э, три объекта по берегоукреплению реки э, Кума и реки Карамык в Советском городском округе, один объект э, в, э, в селе Левокумка Минераловодского городского округа и один объект э, в Невинке. Э, в целом на, эти направления, на это направление было предусмотрено 320, более 320 миллионов. Работы подходят к завершению. Следующее направление – это расчистка Русел рек здесь у нас 8 объектов, по 7 объектам работы уже выполнены. Мы в целом произвели расчистку значит, общей протяженностью более 60 километров на таких реках, как река Калаус в Грачевском, в Апанасенковском районах, в городе Светлоград, река Джемуха в Нерловодском городском округе и ряд других объектов на общую сумму более 121 миллиона Рублей. И третье направление это капитальный ремонт гидротехнических э, сооружений. Здесь у нас три объекта на сумму более э, около 9,5 миллионов рублей. Эти объекты уже реализованы. Два объекта в Александровском округе и один объект в Благодарницком. Комплекс этих работ позволит в дальнейшем, в случае возникновения паводковой ситуации, штатно отработать нашим объектам для того, чтобы спасти и население, и объекты экономики. Скажите, какие наиболее ну, сложные процессы в этом вопросе вы можете отметить? Но я не знаю, к примеру, расчистка русел Рек. С чем приходится сталкиваться? С какими сложностями? Ну, сложности бывают, скажем, такого разного направления. Понятно, что расчистки русел Рек не проводились уже на протяжении очень большого количества времени, и в основном все водные артерии, там, где есть замутненность, есть донные отложения, Естественно, это, скажем так, отражается на эксплуатации объекта федерального значения и в последующем может привести, скажем так, к неблагоприятным ситуациям. Поэтому в этой части очень важно совместно с органами местного самоуправления прорабатывать очень, скажем так, потенциально опасные участки рек, где может возникнуть угроза. Ну и в последующем, при формировании следующего плана комплексных мероприятий, учитывать вот особенности каждой территории, особенности каждого водного объекта для того, чтобы максимально исключить возможности затопления населенных пунктов. Ну и к следующему вопросу. Каковы итоги работы в текущем году в области охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира? Давайте об этом. Ну, министерством в текущем году в рамках федерального надзора за этим направлением было проведено более половиной тысяч проверок, особенно вот в период проведения операции «Браконьер» значит, 212 возбуждено дел административных правонарушений, наложен штраф порядка 250 тысяч на нерадивых охотников. В целом проверено около 6 тысяч охотников, которые занимались именно добычей наших ресурсов. Также эту работу у нас на территориях осуществляют Порядка 93 общественных инспекторов, которые во взаимодействии также с территориальными органами местной власти, егерями, проводят эту необходимую работу. В период охотничьего сезона в течение года нами было выдано более 2500 охотничьих билетов. Хочу сказать, что сегодня даже эта услуга также оказывается, в цифровом поле порядка 17% от этих 2500 билетов было выдано через портал Госуслуг, а остальные 83% непосредственно через многофункциональные центры, которые расположены на территориях. Одним из важных также моментов это еще является у нас... Учет численности животных и птицы В этом году эти мероприятия проведены в отношении 90, 93 видов. И хочу отметить, что в целом сегодня вот эта служба, она имеет у себя на вооружении современные ресурсы. Это и фото-видео ловушки, и тепловизоры, которые позволяют качественно, значит, на высоком технологическом уровне отслеживать и учет численности, соответственно, наших животных, и, соответственно, вести, скажем так, надзор за неблагополучными людьми, которые принимают участие в охоте. Скажите, ну хватает ли на сегодня этих технологических средств и каким образом они пополняются? Ну, их фонд за счет федеральной казны или только мы можем рассчитывать на свой краевой бюджет? Нет, в этом плане мы, конечно, рассчитываем только на. Краевую поддержку в следующем 2022 году на эти цели предусмотрено более 6 миллионов рублей непосредственно для инспекторского состава и особо охраняемых природных территорий, в том числе для этих направлений, которые также будут способствовать, способствовать в качественной работе наших людей на местах. Спасибо большое. Ну вот хотелось бы такой вопрос, который я постоянно задаю специалистам вашего министерства, в том числе, хватает ли егерей на сегодня, потому что я знаю, что это такая, конечно, специфическая профессия, не для каждого, очень сложное мужское дело. Вот. И как сегодня с этим вопросом у нас на Ставрополье? Да, вы абсолютно правы. Здесь, конечно, нужны люди, которые по духу являются защитниками природы. Те, кто, несмотря на погодные условия различного, несмотря на период времени года, несут свою службу и выполняют ее, на мой взгляд, очень качественно. Да, есть некий определенный спрос на этих людей с учетом скажем так, сложного кадрового и потенциала. Нужны люди, которые специально обучены будут, которые имеют определенные допуски для того, чтобы выполнять эту сложную работу на местах. Поэтому здесь мы в некоторой степени, конечно, где-то испытываем и кадровый голод. Ну, при учете егерского наставничества, такого братства, мне кажется, когда молодые люди будут приходить в эту службу, они будут набираться опыта прямо на практике. Я хочу сказать, что здесь и инспекторы, и есть у нас и общественники, которые потом, впоследствии могут перейти в состав егерей, они активно тоже участвуют в этой общей стратегической задаче. Спасибо за уточнение. Ну вот, что можно сегодня сказать о деятельности в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий? Что выделите? Ну, хочу отметить, что у нас на территории края э, имеется 108 наших краевых заказников. Из общего числа 42 – это непосредственно природные заказники, 65 – это памятники природы и одна значит, лесная зона. Общая площадь этих особо охраняемых природных территорий – порядка 107 тысяч гектар. И в этом году, значит, у нас… Скажу так, этот фонд пополнился дополнительным заказником подлужный, который расположен в Возобильницком городском округе. Это совсем свежая новая да, точка. Да, это свежая новая точка. Хочу отметить, что в нашей повседневной работе необходимо, конечно, завершить оформление наших памятников природы и наших заказников в течение следующего года, 23-го. Значит, на сегодняшний день только 62% наших заказников оформлены. В этой части нужно узаконить границы, экологические паспорта, охранные зоны. То есть это большая кропотливая работа, над которой мы будем в ближайшей перспективе работать. Скажите, ну для того, чтобы оформить паспорт, к примеру, на новую территорию, сколько необходимого времени, что для этого нужно? Ну, что нужно прежде всего для того, чтобы понять, что это, эту территорию нужно обязательно взять под охрану? Ну, я хочу сказать так, что наши все заказники и памятники природы, они, в принципе, имеют границы, пусть не в системе координат, как это было ранее, поэтому в сегодняшних современных условиях мы их должны оформить надлежащим образом. Это подразумевает определенные кадастровые работы, процедуры по оформлению паспортов экологических, то есть, ну, как, скажем так, обыкновенная бюджетная процедура, которая по 44-му закону предусмотрена, мы, соответственно, должны ее в обязательном порядке пройти. После того, как будет сформирован документ, оформлена охранная зона, мы, конечно, должны все наши природные э, заказники, наши памятники природы согласовать э, с федеральными э, органами исполнительной власти. На это, конечно, уходит огромное количество времени, потому что мы не можем знать, то ли здесь земли э, сельхозного значения, то ли здесь э, земли Министерства обороны э, и так далее и тому подобное. Поэтому в, вот этот самый главный, скажем, такой завершающий механизм, он э, имеет э, чуть э, больше промежуток, промежуток по оформлению, ну и после этого, конечно, уже процедура непосредственно оформления самого памятника природы. Угу. Ну вот расскажите, пожалуйста, о работе в области ведения государственного лесного реестра, охраны, тут же защиты, воспроизводства, использования лесов. Ну, хочу отметить, что э, Ставрополье э, не... Скажем так, не лесная территория. Ну, безусловно. Да, территория лесов у нас занимает чуть более полутора процентов от общей площади территории края. Общий лесной фонд насчитывает порядка 114 тысяч гектар. Основная функция и задача это сохранение, охрана от пожаров и вопросы воспроизводства. Хочу сказать, что на территориях у нас функционал этот выполняют 22 учреждения, порядка 450 человек в целом по кругу и непосредственно инспекторский состав это 379 человек. Часть людей мы нанимаем на летний пожароопасный сезон, которые вместе с инспекторами э, работают по э, маршруту, э, значит, осматривают территорию. И самая главная их задача, как я уже сказал, это э, недопущение пожаров на территории леса. Э, также совместно э, с органами местного самоуправления. В период пожаропасного сезона мы в преддверии и в период проводим необходимые профилактические мероприятия по минерализованным лесным полосам, по опашке всех наших лесных угодий вопросы санитарных уходных мероприятий, вопросы лесовосстановления и заготовки семян для того, чтобы выполнить уже непосредственно высадку лесных культур. В текущем году эта работа проведена в четырех территориях восточных – Степновский, Курский, Арсгирский районы. Высажено порядка 54 гектар лесных насаждений. Ну, отдельная тема это, безусловно, охрана хвойных красавиц наших в преддверии Нового года, да. Насколько сегодня это проблема? Проблема ли? И если да, то насколько она актуальна сегодня, ну, как для нашего малолесного региона? Ну, с учетом того, что, да, наш край малолесной, тем, тем не менее, эта э, задача перед нами, она есть, она стоит, и мы совместно с правоохранительными органами вот в этот предновогодний период э, проводим комплекс мероприятий. Ну, это патрулирование наших лесных массивов. В основном все хвойные породы у нас сосредоточены в предгорном районе. Это порядка 90% всей площади. Есть еще территории, где ну, точно так же русский лес, в Грачевском районе есть территории, где у нас крымская сосна произрастает. Поэтому, учитывая то, что скажем так, люди все равно находятся недобросовестные, которые хотят и, скажем так, нарушить закон. И, соответственно, в этой части... Есть статья в Кодексе административных правонарушений, которая предусматривает штраф в размере от 3000 до 300. В случае, если ущерб превышает свыше 5000, наступает уголовная ответственность. Поэтому советую всем... Скажем так, нерадивым людям лучше этими вопросами не заниматься. Можно ну да. пойти на елочный базар, спокойно приобрести значит, ель либо сосну и украсить свой дом уже так, как это делают все люди. Ну конечно, жаждущие незаконного Нового года могут получить <св -свой>, свой срок. Да. Вот. Ну, как минимум административно отделаться. Минприрода также занимается регулярными наблюдениями за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных, подземных вод, донных отложений, про которые мы с вами выше упомянули. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении работы. Ну, хочу сказать, что мы на постоянной основе в рамках госзадания выполняем эту работу. В части поверхностных вот есть у нас определенные стационарные участки, по где мы по 20 показателям определяем качество значит, воды. Далее донные отложения мы проверили на 7 стационарных участках. Это в городе Ставрополе, в Грачевском районе, Светлограде, Апанасенковском районе, где мы также отбирали эти анализы в наших реках. Хочу отметить, что в целом весь спектр по оценки качества воды, он, в принципе, остался неизменным на уровне 2020 года. Есть незначительные снижения в части нефтепродуктов, в части других химических элементов, которые, возможно, могут повлиять на наши биоресурсы. Поэтому в этой части хочу успокоить и население, и мы на постоянной основе эту работу проводим, в том числе через социальные сети, когда к нам обращаются жители нашего края. В части качества атмосферного воздуха у нас эту работу проводит передвижная лаборатория. Наверное, все ее прекрасно знают. Безусловно, и люди не раз говорили. Видели, да, и люди видели. В текущем году у нас были отобраны пробы. В Ставрополе, в Невиномыске, в городах-курортах КМВ, последние два случая Красногвардейский и Грачевский район, там где были вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа. В целом превышение значит, ПДК не отмечено, в единичных случаях, конечно, есть, скажем так, небольшие превышения, которые в целом на общую обстановку пагубно не влияют. Угу. Ну ваши коллеги, которые были у нас в эфире, как раз, которые отвечают за эту передвижную лабораторию, говорили, что даже там, где скопление автомобилей в краевой столице делались замеры воздуха Безусловно. и что-то все там было в пределах всё. нормы. Даже вот в спальных районах, из которых сложно выехать, там все в пределах нормы по поводу воздуха. Итак, в рамках каких краевых и федеральных программ сегодня обеспечивается природоохранная деятельность в крае? Прошу вас... Э Коротко этот вопрос у нас немного остался. Я хочу сказать, что в принципе я остановился на всех основных направлениях и э, в рамках э, программы охраны окружающей среды, где у нас предусмотрено порядка более миллиарда двухсот сорока одного миллиона рублей, мы выполняем весь этот комплекс мероприятий, как по противопаводковым мероприятиям, как по защите, защите лесов, особо охраняемых природных территорий. Э, хочу сказать, что э, следующий год э, тоже, скажем так, имеет тенденцию продолжения. Мы над этими направлениями будем работать. Угу. Ну вот основное, основное, чтобы вы выделили в 2022 году, с чего начнете? С чего начнем? Ну, я не остановился о направлении нацпроекта «Экология», рекпроект «Чистая страна». Это ликвидация накопленного ущерба, ну, то есть несанкционированной свалки в наших городах. Ряд проектов уже реализовано в предыдущие периоды. В текущем году два объекта в Лермонтове и Нефтекумске работы завершаются. Уже законтрактованы и проводятся процедуры по городу Железноводску и по городу Пятигорску. Это двухгодичные контракты на 2022-2023 годы. Общая стоимость финансирования – миллиард 140 миллионов по этим двум свалкам. Эту работу будем продолжать. Далее сохранение лесов, Старопольского края. Прошлый год мы за счет поддержки федерального центра, а это 50 миллионов, больше 50 миллионов рублей, мы активно закупали лесопожарную технику, лесохозяйственное оборудование и технику. Это вопросы также проработки проектов, по берегоукреплению, это 7 проектов, 2 переходящих объекта, которые мы не реализовали в этом году на реке Карамык и реке Кума в Советском городском округе. Это 5 объектов ремонта ГТС на реках Калаус, значит, Невинка, Руднева-Балка, Грачевский район ну и соответственно комплекс мероприятий по э, оформлению наших э, заказников и памятников природы угу. ну и опять таки это все упирается в финансовые средства и здесь я не могу не спросить э, вот во всех этих проектах будет ли нам помогать федерация может быть есть какие то грантовые средства предусмотрены э, большая часть э, средств понятно это э, инструмент федерального центра поэтому мы заинтересованы для того, чтобы по максимуму привлечь именно средства федерального бюджета. Точно так же предусмотрены средства краевого бюджета. Ну и хочу сказать, что в принципе мы сейчас на пороге находимся 2022 года, заключаем дополнительные соглашения, прорабатываем бюджетные проектировки вместе со всеми структурами федерального центра для того, чтобы по максимуму в следующем году выполнить те задачи которые перед нами ставит наш губернатор. Спасибо большое, Роман Анатольевич. На этом мы завершаем прямой эфир. Я благодарю и хотелось бы, чтобы в 2022 году мы обязательно с вами увиделись в этой Спасибо, студии. Марина. Я со своей стороны хочу поздравить всех с наступающим новым годом. Спасибо Всего доброго. большое. Взаимно я напомню нашим телезрителям о том, что мы подводили итоги 2021 по теме природные ресурсы. Роман Коврыга был у нас в гостях, исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. В студии с вами работала ведущая Марина Мацарская. Я прошу вас, не переключайтесь, оставайтесь с нами, смотрите свое.